Друзья, всем привет! Это видеообзор земельного участка, который находится у нас в ТСН «Мечта». Чтобы вы понимали, по месторасположению, это 12 километр Байкальского тракта. Примерно по ориентиру скажу, что они, вот это ТСН «Мечта», находится прямо напротив торгового центра «Новой дачи». Только мы находимся на левой стороне Байкальского тракта, а «Новая дача» на правой стороне Байкальского тракта. Ну, месторасположение, конечно, очень удобное. Я, честно сказать, немножечко всегда это место критиковал. Но вот когда первый раз сюда я попал именно в самый конец этого ТСН, да, «Мечты», то понял, что здесь дороги не слышно, потому что мне не очень нравилось, что думаю, ну как это, строить такой крутой дом и с выходом на трассу. А здесь вообще не слышно, потому что здесь это тупиковые места, и наш земельный участок располагается вот здесь, примерно идет он до столба, 8 соток, это последняя линия, то есть там дальше у нас уже идет лесополоса, лес, тишина и так далее. Такая достаточно, ну недостаточно, очень хорошая субурбия, приличная, здесь вот такие аккуратненькие, чистенькие дома, и здесь больше ничего не продается. То есть мы продаем один из самых последних участков, который будет, ну в теории будем продавать дальше еще и потом вот этот участок, то есть у нас здесь фактически 16, то есть два участка у нас, 8-8. То есть сначала мы продаем вот этот. Может быть, когда-то будем продавать вот этот, либо строиться сами, пока еще не знаем. Вот. Месторасположение очень классное. В теории здесь возможно будет подключение к центральному водоснабжению. Сейчас это септики, соответственно, скважины на каждом участке отдельные. Ну и здесь уже, как видите, столбы, дома стоят. То есть здесь вообще с точки зрения управления вот этого ТСН, здесь все прекрасно. Очень мне нравится, здесь атмосферно, недалеко от города. Я вам честно скажу, это место мне нравится гораздо больше даже, чем Гринленд. Гринленд, понятно, это дорого-богато, но здесь уже прям настоящая природа и очень близко к городу. Буквально это даже не 19 километр, не 24 километр. Это самая близкая такая классная субурбия, где вы можете почувствовать природу. Потому что здесь все-таки, вот она как раз начинается именно здесь, с 12 километра. Мне очень здесь нравится. Здесь, получается, можете без проблем, у вас будет, вы как огородитесь, вот тут видите, жители протоптали по участку, ходят в лес, да, вы как, конечно, тут все огородите, у вас, соответственно, вы можете организовать себе свой собственный выход в лес, ну и как бы так сделать, может быть, даже на не на своем участке, а на том участке какую-то свою прикольную беседку. Это у нас ИЖС, давайте я немножечко в лес пройду, здесь вот, конечно, ходить медитировать самое то. Очень классно, птички поют, солнце светит, очень-очень спокойно и хорошо здесь, и не слышно дороги, что, конечно, является также большим-большим плюсом. Как я сказал ранее, это ИЖС, поэтому стройка жилого дома, ввод в эксплуатацию, регистрация права на этот дом вообще без каких-либо проблем, ну и, соответственно, под ипотеку это дело все тоже прекрасно подходит. Собственно, будем рады вам его вживую презентовать. Ну и звоните, будем рады его показать вживую. Спасибо.